вечер, уважаемые дамы и господа! Здравствуйте, любители волейбола! Давайте поприветствуем друг друга громкими аплодисментами! Всем-всем-всем большой привет! Просыпаемся, дорогие друзья! Тем более мы с вами находимся впервые в финал шести в истории женского чемпионата Суперлиги «Пари-матч». Ну, дорогие друзья, давайте, наверное, сами себе поаплодируем, кто сегодня пришел посмотреть шикарный волейбол. Громкие аплодисменты. Отлично, разминаемся. Ну, а теперь давайте поприветствуем команды, которые нам, собственно, и покажут этот шикарный волейбол. Итак, давайте поприветствуем нашего соперника, «Локомотив Калининградская область». Ну а прямо сейчас давайте поприветствуем наших девчонок! Динамо Акбар! Итак, дорогие друзья, давайте еще раз, кто сегодня пришел поддержать девчонок из Динамо Акбар! Супер, супер, дорогие друзья! Вот так потихонечку мы с вами разминаемся. Ну а сейчас я бы хотел бы поприветствовать наш потрясающий фан-сектор! Фан-сектор, привет! Как всегда, заряженные фанаты и готовы сегодня помочь нашей команде. Ну а мы, уважаемые зрители и болельщики, думаю, тоже присоединимся к нашему фан-сектору и будем громко, мощно поддерживать нашу женскую команду. Прямо сейчас я предлагаю вместе с нашим барабаном нагнать удачу в арену Центра волейбола Санкт-Петербург. Все очень просто, дорогие друзья. Прямо сейчас выньте руки вперед. Нужны ваши ладошки. Вытяните, пожалуйста, руки вперед. И прямо сейчас под барабан мы начинаем с вами нагонять удачу. Все присоединяемся, нагоняем удачу! Неплохо! А теперь еще раз, друзья, но надо, чтобы каждый поучаствовал в этом шаманском обряде. Итак, барабан, 3, 2, 1, нагоняй удачу!
Рад всех приветствовать, всех любителей волейбола на телеканале «Старт». Сегодня второй день и второй матч, пожалуй, центральный матч игрового дня. Финал шести женской волейбольной суперлиги. Пари-матч, в котором сразятся казанский «Динамо Акбарс» и калининградский «Локомотив». Это противостояние за совсем недолгое существование калининградского клуба со времен его восстановления, так скажем, стало в России практически уже нарицать. Александр Торков и женский секретарь Арина Семенова, Казань. Вчера калининградский «Локомотив» провел свой первый матч. Играла команда Андрея Воронкова против своих соперниц из Саратова, команды «Протон» и команда из Калининграда была сильнее в трех партиях. Но сегодня соперник гораздо более серьезный в лице победителя регулярного сезона Суперлиги. В последнем матче «Динамо Акбарс» взяла две партии против московских «Динамовок» и забронировала себе первую строчку, а, соответственно, и проведение финала шести Суперлиги. Пари-матч, поэтому, пожалуй, сегодня будет матч за первое место в группе, если никаких неожиданностей не произойдет. Хотя мы также знаем, что саратовская команда может преподнести сюрприз. И не один стартовый состав «Локомотива» из Калининградской области мы представляем прямо сейчас. Доигровщица Татьяна Ежак, блокирующая Валерия Зайцева, номер 7, капитан команды, доигровщица Ирина Воронкова, которая в свое время очень много и очень положительно поиграла за «Динамо Акбарс». Екатерина Евдокимова, блокирующая, диагонально из Германии, Луиза Кристин Липман, связующая, представительница Нидерландов, Лаура Дейкема и пара лидеров Алла Галкина и Анастасия Быкова по 25-м номерам. Стартовый состав «Динамо Акбарс». Конечно, не представили мы главного тренера. Андрей Воронков, главный тренер «Локомотива» Калининградской области. Ну а сейчас перейдем к стартовым составам хозяйской команды. Под номером 6 сразу выходит на площадку жизнерадостная и улыбчивая Ирина Королева, блокирующая. На позиции диагонали сыграет Саманта Фабрис. Ее подруга Саманта в квадрате. Саманта Бриссио на позиции доигровщика. Капитан команды и связующая Евгения Старцева. Пожалуй, главный вопрос по стартовому составу решен только что. Арина Федоровцева, второй доигровщик. Анастасия Коновалова и пара либера Анна Подкопаева и Мелина Рахматуллина, которая совсем недавно вернулась с Калининграда, где выступала за молодежную команду «Динамо Акбарс», сегодня уже в строю и будет помогать Анне Подкопаевой на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств выигрывать этот матч, помогать своей команде. Ришат Серезудинович Елезудинов, главный тренер «Динамо Акбарс». И, пожалуй, все готово для старта центрального матча второго дня финала шести женской суперлиги. Несколькими часами ранее состоялся первый матч. В нем дебютировали динамовки из Москвы. Сыграли они с командой «Уралочка» из НТМК. И, как мне показалось, очень уверенная победа была московского коллектива в трех партиях. Достаточно уверенная и, пожалуй, пока, на мой взгляд, это была самая мощная игра за все эти игры, которые я видел. Но сегодня играет «Динамо Акбарс» и сразу же блоком первой атакой показывает, насколько серьезный настрой у команды Ришата Гелизутдинова. «Уралочка», к слову, вчера достаточно в непростой схватке выиграла «Минчанку» в четырех партиях. И на данный момент претендует на второе место. А здесь еще и Арина Федоровцева. Эйс кладет. Арина Федоровцева фантастический сезон проводит. Если бы в Федерации волейбола вручали мне некий приз открытия сезона, то, мне кажется, Арина Федоровцева его заслужила абсолютно полностью. Коэффициент подачи 0,6. У нее второй в чемпионате. Но первый был у Ильтрес Пачека Емис Лейдис, которая сыграла всего-то одну игру и две партии. Но вот Арина Федоровцева, 231 подача, 35 очков с коэффициентом 0,6. Просто фантастические цифры. Делает счет 3-0. На пятом месте, кстати, Саманта Бриссио с 30
одним очком в этом компоненте. Поэтому «Динамо» сегодня будет очень сильно подавать. «Динамо» будет подавать мощно. Здесь Андрей Воронков не выдерживает и берет... Что? Тайм-аут или просмотр? Да, тайм-аут команды «Локомотива» Калининградской области. Вот такое вот начало у нас этого матча. Ничего не подключало Витвину, потом Арина Федоровцева встала в зону исполнения подач. И все началось, и все завертелось. Ну, в первую очередь, Андрею Воронкову, безусловно, необходимо было успокоить свою команду. Потому что такое обескураживающее начало не то, которое предполагал Андрей Воронков, а это точно. Ну, Арина Федоровцева в свои 17 лет продолжает подавать. И пока психологическую устойчивость этой девушки точно не занимать. Еще одна подача, еще одна хорошая, но Алла Галкина справляется. На этот раз будет атака, и Луиза Липман уже попадает под казанский блок. И пока Казань смотрится очень-очень мощно. Без единой атаки, лишь на подачах и на блоках, пока «Динамо» Акбар зарабатывает очки в этом матче. Безусловно, долго это продолжаться не может. Но было бы любопытно посмотреть, насколько продлится. Еще одна отличная подача от Федоровцевой. И Липман остается лишь скидывать мяч на сторону соперницы. И вот первая атака «Динамо» Акбарс. Саманта Фабрис не забивает, но будет контратака. И Арина Федоровцева ошибается, к сожалению, с задней линии атакуя. Искала она, я так понимаю, хотела попасть в самый уголок площадки, но, к сожалению, немножко не точно. Вот подача Ирины Воронковой, которая ничем не уступает Арине Федоровцевой. Она подкопаева очень сложный мяч поднимает. Брисио. Саманта Брисио, ее первый очко в сегодняшнем матче. От ее игры сегодня также будет очень много зависеть для «Динамо» Акбарс. Насколько она сможет общую игру команды подтягивать и на приеме, на подаче, и в нападении. Просто фантастическая волейболистка. В 16 лет уже выступала за основную сборную Мексики. А был период, когда она выступала за все три. За национальную, молодежную, юниорскую, представляете? Поэтому себя в Мексике Саманта Брисио абсолютная звезда. Лидер команды, вот и первый очко в нападении. У калининградского «Локомотива» и зарабатывает его Луиза Липман, которая вчера очень необычное впечатление оставила. Очень мощная волейболистка, обладающая очень незаурядными физическими данными. Евдокимова ошибается на подаче. Ну, безусловно, у Калининграда сегодня будет одна из основных задач — отодвинуть Казань от сетки. Потому что с такими нападающими, с такими краями очень сложно будет отбиваться. Сейчас Саманта Фабрис силовую вдаривает. И ошибается Татьяна Ежа. 7-2 счет. Можно, наверное, со 100% уверенностью констатировать тот факт, то, что начало этого матча остается 100% за «Динамо» Акбарс. Сголодались девушки из Казани по волейболу, потому что напрямую прошли финал 6. И давненько у них не было игровой практики. Ирина Королева здесь оставила Евгению Старцеву одну блокировать. Благо для Казани сумели поднять мяч. Но вот контратака от Калининграда все-таки проходит. 3-7. И соскучились, да, девушки из Казани по волейболу. Совсем недавно команда Решата Гильзюзинова проводила товарищеский матч в таком тренировочном формате против Спарты. Результат я его, к сожалению, не знаю. Но, наверное, он и не был первостепенным. Очередное очко от Брисио по блоку на этот раз. Пока у Казани получается абсолютно все. И Лаура Дейкема даже не смогла помешать звездной мексиканской волейболистке. Вот еще ее подача сейчас будет. Одна из лучших в этом компоненте в Суперлиге. Саманта Брисио. Неприятно у нее подача. Практически параллельно полу летит. Еще и сильная. Есть доигровка в Казани. Королева. Неудобно было атаковать. Липман. Лип поднимает мяч. Брисио. Еще раз Федоровцева. И Арина забивает. Добавляя к очкам. Арина Федоровцева. На подаче также очков нападения. А на подаче
Здесь отлично Брисио подстраховала. И Тодоровцу уже готова была завершать. Он для Казани в большей степени означает то, что Брисио продолжит оставаться в зоне подачи. Еще раз может хорошую подачу зарядить. То, о чем мы говорим. Очередной эйс. Алла Галкина пока не справляется. И вообще вся группа принимающих Калининградского Локомотива пока сложно принимать мощную казанскую подачу. И еще один тайм-аут. Андрей Воронков вынужден брать. Обескураживающее начало продолжается. Пока 10-3. Счет давайте посмотрим. Давайте послушаем тайм-аут калининградской команды. Уходит туда, Брисио. Просто низко и быстро планирует чуть-чуть. Не водите руками. Не водите руками. Когда оттягиваешься в четвертую зону от стенки, не выносил не с готовыми руками к себе это движение. Как только выбросил руки туда, быстрая планирующая подача, не виляйте руками. Его примерно так можно охарактеризовать тайм-аут Андрея Воронкова. Обратил внимание главный тренер калининградской команды именно на этот элемент в волейболе. Но если так посмотреть по статистике лучших принимающих в Суперлиге, то пока я не наблюдаю здесь волейболисток калининградского Локомотива. А между тем Фабрис один в один выигрывает дуэль у Татьяны Ежа. От блока отыгрываясь, ну точнее мяч блок попал. Первая замена у нас. Вместо Лауры Дейкема появляется Дарья Рысева. Теперь ей придется вести игру своей команды. Здесь еще Ирина Воронкова выключает из атаки. Страхует скидку Ежак. Брисио не забивает. Снова Воронкова в защите. Как же блестяще играет капитан Калининграда на задней линии. Брисио пайпом. Галкина спасает просто сумасшедший мяч. Ирина Воронкова еще пасовать умеет. И Татьяна Ежак от блока отыгрывается. Важный очко с психологической точки зрения. Нужно Локомотиву начать забивать. Иначе эта партия закончится очень-очень быстро. Ну и браво Ирина Воронкова дважды подстраховала на задней линии. Передачу очень удобную выкатила. Старцева Федоровцеву. Очень с большой высоты Ирина атакует. Тройной блок на Воронкову. Еще одна атака у Калининграда будет. Казань вразумительную сделать не смогла. Но вот, может быть, сейчас Фабрис отдает на Федоровцу, но неудобно там было атаковать. А здесь разорванный блок есть. И Брисио достает сложнейший мяч. Долгий у нас розыгрыш. И все-таки с чьей-то помощью очень сложную атаку производила Саманта Фабрис. Уже практически на излете, почти приземлившись, атаковала. Давайте посмотрим. Ну, здесь Брисио блестяще сыграл в защите. Здесь Фабрис. Ну, повезло в большей степени. Блок, конечно, отвела, но и в сетку попала. И за счет силы удара меня все-таки продавил сетку. И опустился на площадку соперницы. Алла Галкина ничего не смогла с этим сделать. А вот Ирина Воронкова включается. Свою подругу по команде бывшую обыгрывают. И продавливает мяч через блок Евгении Старцевой. Таисия Коновалова не успевала, был там стык, но Ирина Воронкова решила сыграть через линию. И результат не ошибся. Валерия Зайцева ее подача, Брисио принимает. Федоровцева как по нотам, быстро. Арина Федоровцева, номер 15. Хотя здесь казалось, двойной блок успел, Евдокимова успевала, но все-таки Арина Федоровцева этот стык нашла. Не совсем близко, как первый блокирующий. Таким бы подошла. И Евгений Старцев, ее подача укороченная, заставляет принимать Ежак. Неприятно. Но Казань не смогла использовать этот момент. А здесь Липман, по-моему, ошибается. Но как же мощно все-таки смотрелось. Отметим подачу Евгении Старцевой. Хотела Казань сразу на переходящем мяче. Розыгрыш выиграть, но не получилось.
близко стоит принимающая. Знает, что Евгений Старцева поддает укороченную подачу. А может быть, удивить и под заднюю линию. Но нет. Ирина Воронкова сама же принимает, сама атакует. Попадает в блок. И еще раз попадает в блок. Саманта Фабрис, Таиси Коновал. Вчера во время матча использовал такую формулировку, как попадает под блок. Но Ирина Королева, которая смотрела вчера матч Калининграда и Протона, нашла силы мне написать и сказала, что под блок все-таки не попадают, а бьют в блок. Поэтому дико извиняюсь и буду говорить теперь впредь только так, чтобы мастера были довольны, так скажем. Вот. Если вы знаете Ирину Королеву лично, обязательно ей это, пожалуйста, передайте. Итак, попадают в блок, а не под блок. Давайте запомним. Под Копаева есть хороший прием. Фабрис. Галкина спасает. Воронкова. А здесь, к сожалению, постраховать не смогли. 15-17. Мне кажется, акклиматизировался Локомотив после этого стартового шока, который был во многом благодаря безупречной игре казанской команды. И теперь уже играет практически с Казанью на равных. 11-3 был счет, если не ошибаюсь. И вот после этого 5-4. Ровно набирают очки команды. Вот Федоровцева снова на подачу вышла. Опасно. Галкина принимает, но отведен мяч от сетки. Подкопаева спасает. Приз. Забивает в очередной раз. Ранкова в двойном блоке. Есть подстраховка у Казани. А здесь, по-моему, Бриз все попадает по блоку. Да, и мяч отскакивает в аут. Закрался. Такое ощущение, вдруг мяч попал в трос. Но нет, все качественно, все по блоку. Да, вот здесь мы видим, все-таки попал мяч в руку Ирины Воронковой. И мяч отчетливо отправляется. Вау. Федоровцева. И, по-моему, это эйс был. И надо просмотр брать. Да, и главный судья говорит, что было попадание. Не придется Казани брать просмотр. Очередной эйс. Молодой казанской доигровщица Арина Федоровцева. Третий уже в этом сете, если не ошибаюсь. Ну, на этот раз подача сильно не получилась. Ежак принимала, но не забил Локомотив. Будет у Казани еще одна атака. Здесь по рукам играла Брисио и попала. Да, судья видел все. Пока очень неприятные для Локомотива цифры на табло. Напомню, 19-7. Даже смотреть туда не хочется. В женском волейболе. А вот здесь, конечно, вопрос немножко. Но, наверное, по пальцам мяч все-таки попал. Здоровцева еще раз. Не устала ли? Нет, конечно. Но будет атака. Липман пробивает все-таки казанский блок. 19-8. В таком рабочем режиме. И чуть позже прыгала Фабрис. Сделала все правильно. Но все-таки мяч просочился между блокирующими сеткой и Воронкова. А вот и первый эйс от Калининграда. Для Локомотива тоже очень важно, чтобы Ирина Воронкова расподавалась, потому что это очень серьезное оружие команды Андрея Воронкова. Здоровцева, но сейчас есть хороший, достойный прием. Брисио не забивает, а здесь что? Свисток. А что здесь произошло? Может быть, касание сетки? Да, конечно. Там около судьи на вышке, касание сетки. Кто-то из игроков Калининграда все-таки сетку задел. Воронкова. Это Липман, это была хорошая атака. Такая амплитудная, мощная на одном блоке. Королев там никак не успевала. Дорогие друзья, готовим с вами шумовую атаку. Прямо сейчас пошумим. Смотрю на статистику Ирины Воронковой. 39 эйсов.
этом сезоне Суперлиги. На втором месте сразу же, на третьем месте, точнее, Арина Федоровцева. На четвертом Саманта Брисио. И неподалеку на 11-м месте расположилась Ирина Королева со своей неприятной планирующей подачей. А Казань, между тем, не собирается останавливаться. Но я так думаю, вот Мотив эту партию уже морально отдал. И будет очень сложно что-то сделать. Ирина Королева в этом сезоне 309 очков набрала, в среднем забивая по 3,3 очка за сет. Показывает просто отличную статистику. Еще и принимал 9 раз. Ну, такое при укороченной подаче иногда тоже бывает. Но вот здесь перехвалил я, к сожалению, казанскую блокирующую. И немножко ошибка. Ирина Королева отправила мяч в сетку. Валерия Зайцева готова была к этой атаке Королева. Пришлось Ирине пробовать другое направление. Но, к сожалению, не удалось. Липман ошибается на подаче. Такое мы видели и вчера. Вчера очень неплохо работал у Локомотива выход Анны Мельниковой на подачу. Несколько исп она тем самым своей команде принесла и затрудняла очень много. Плюс 10. Ижак не может атаковать, не скидывает. Евгения Старцева тоже решила скинуть. Но по-свойски. Это связующий игрок. И наводит красоту Евгения Старцева и в первом сете. Добавок к тому, что происходит еще и на табло. Доминирует пока Казань. И Локомотиву очень сложно что-либо противопоставить против такой мощной, быстрой игры команды Ришата Гилязудинова. Еще раз Ежак будет пробовать атаковать. Снова не забивает. Есть смягчение. Контратака от Казани. Королева. Но Воронкова спасает. Липман скидка. Старцева готова. Подкопаева будет отдавать на Фабрис с задней линии. И чуть ли не первый блок калининградского Локомотива в этой партии. И бьет блок команда Фабрис. Ну что ж, здесь была ситуация, надо было что-то придумывать. Замена в команде Локомотив. И та замена, которую мы анонсировали, вместо Татьяны Ежак на площадке появляется Анна Мельникова. Неприятная планирующая подача у этой волейболистки. Посмотрим, как с ней справится принимающий Казани. Анна Подкопаева справляется. А Фабрис забивает. Отлично снимается Казань. Без каких-либо вопросов. Набирает 24 очко. Даже нет, наверное, смысла считать количество сетболов казанской команды в этой первой партии. Потому что преимущество, как говорится, на табло. Сложные математические вычисления. Иначе придется применять, чтобы считать количество сетболов. Ограничимся словом «много». Воронкова хороший прием. Сама же будет атаковать на одиночном блоке. Без каких-либо вопросов. Вот таких атак у Калининграда мало было. Но в большей степени здесь, наверное, казанская подача решила. Плюс 10. 24-14. Такого ли волейбола мы ждали в финале шести? Арина Федоровцева. 25-е очко набирает для своей команды. И первый сет завершается у нас достаточно быстро. Почти за 19 минут. И победителя в нем Динамо Акбарс. Очень мощный рывок в начале стартового сета. Обусловлен рядом блокирований и, безусловно, отличными подачами Арины Федоровцевой и Саманты Брисио, да и Фабристам тоже очень неплохую серию выдала. И таким образом Казань сделала себе отрыв 11-3 и впоследствии уже лишь наращивала свое преимущество. 25-14 наш итоговый счет. Андрей Воронков пытался как-то изменить ситуацию своими тайм-аутами. Просмотров, если я не ошибаюсь, не было. Но пока мы имеем тот счет на табло, который имеем. Уверен, вторая партия будет в совершенно другом ключе развиваться.
Локомотиву терять особо нечего. Поэтому, думаю, на второй сет команда Андрея Воронкова выйдет совсем другим коллективом. Ну, а Динамо Акбарс, видно, по волейболу соскучился. Может, безусловно, сыграть тот факт, что вчера свой первый матч проводил Калининград. Наверное, с этой точки зрения казаночки должны выглядеть посвежее. С другой стороны, эмоции финала шести. Всю возможную усталость от матчей должны, наверное, перекрывать в какой-то степени. Поэтому посмотрим. Ждет нас второй сет. Думаю, он будет очень и очень любопытный. Ну а сейчас предлагаю, дорогие друзья, очень простую игру. В нужный момент надо скинуть руки наверх и прокричать слово «Гей». Все очень просто. Давайте попробуем с вами это сделать. Хей! Ну а теперь без меня. Ручки выше. Хей! И голос звонче. Все-все-все. Так, кто к нам еще не присоединился, присоединяйтесь. Давайте громче на 100%! Ручки выше! Хей! Ну что ж, дорогие друзья, давайте поблагодарим друг друга за этот потрясающий флешмоб. Громкие аплодисменты самим себе. Вот так немножко поиграли, и теперь возвращаемся на площадку. Ну что, готова у нас команда возвращаться на площадку. Волейболистки калининградского «Локомотива» уже на площадке. «Динамо» Акбарс на площадке. Тоже видим мы, что Лаура Дайкема появилась с первых минут. «Динамо» Акбарс изменений я не вижу. Да, в принципе, в калининградском «Локомотиве» изменений тоже нет. Все на месте, все, кто начинал этот матч, начинают все с чистого листа. Первая партия осталась за казаночками, осталась в разгромном стиле, очень уверенно, без каких-либо шансов. Уверен, во второй партии мы увидим совсем другой настоящий волейбол, который должен быть в финале шести. Начинается второй сет с подачи Ирины Воронковой. Справляется Подкопаева, Федор Ровцева. Не забивает, но будет доигровка, еще одна указание. Фабрис очень сложно атаку придумала. Здесь Липман. Затяжной первый розыгрыш. Еще одна атака у Калининграда. Липман доверяют. И ошибается в защите. Саманта Брисио. Чуть ли не в первый раз в этой встрече калининградский «Локомотив» выходит вперед. После ошибки Саманты Брисио. Франкова. Сам удачный прием от Федора Ровцевой. И лишь перекидывать остается мяч, а не Подкопаевой. Никакой атаки там и быть не может. 2-0. 2-0 после атаки Екатерины Евдокимовой. Так вот, если вспомнить, по-моему, и возможности особо у Калининграда первым темпом атаковать в первой партии не было. Но вот сейчас такая возможность появилась, когда появляется прием. Ну и, конечно, подача Воронковой. И почти зеркальную ситуацию мы наблюдаем во втором сете. Уже обескураживающее начало для «Динамо» Акбарс. Разозлилась капитан калининградской команды Ирина Воронкова. И начала уже свою пушку включать на максимум. Сразу проблема у команды в приеме. И Ришат Гельзудинов тайм-аут не берет. Я думаю, если сейчас очко команда не выиграет, то тайм-аут, безусловно, будет. Но пока решил приберечь его, потому что Саманта Фабрис набирает первое очко для своей команды в этом втором сете. Вот чем ответит Арина Федоровцев. Пора играть по-взрослому уже. Хорошая подача сейчас от Арины нужна. И как же доводит неплохо Ежак. Особенно после того, что мы видели в первой партии. И Липман, похоже, разыгрывается. И в который раз уже прошивает казанский блок. Причем поверх блока, атакуя. Ну, где-то в стык еще увидела Евдокимова.
место. Подача. Нет проблем для Подкомпаевой. А Брис решил очень тонко сыграть по заднюю линию. Не получилось. Подстраховали ее. А здесь в котел. Пожалуйста, получите, распишитесь. Динамо Акбарс 1-5 на старте. Смотрю на Ришата Гелизудинова. Пока никаких действий главный тренер канадской команды не предпринимает. Тайм-аута не будет пока примерно. Перед этим розыгрышем Евдокимова, ее подача. Надо сниматься сейчас в Казани. Что, собственно говоря, делает Брисио. 5-2. Ничего критичного сейчас для Казани пока не происходит. Но нужно подавать свою подачу. Таисия Коновалова. Не самая великая подающая в составе казанского «Динамо Акбарс». Но сложную подачу она тоже исполнить может. Но справляется с ней Дежак. Справляется идеально. И сама же практически на одиночном блоке расстреливает казанскую защиту. Ну, а сейчас вспоминаем буковку «У» и все вместе. Вот что значит простая подача. Если не усложнять, все достаточно легко происходит. Брисио, хороший прием. А здесь Королева закрывает Валерия Зайцева. И, по-моему, уже две атаки подряд от Королева мы видим. И самое удачное. Не включилась пока Королева полностью в игру. Так Валерия Зайцева ее прихватила на центре сетки. Здесь еще ошибка на приеме. И, по-моему, ошибается Фабрис. Еще. И вот здесь уже есть определенные указания проблемы. 8-2. Абсолютно зеркальное начало. Ну, это, наверное, женский волейбол. Здесь такой возможный тайм-аут Ришата Гелизудинова. Давайте послушаем речь главного тренера казанской команды. Ришат Гелизудинов спокоен. Дал ответственное указание Евгении Старцевой в большей степени. Ну, Казань сейчас в основном проблемы с приемом. Ну и не забивает. Команда Ришата Гелизудинова, соответственно, поэтому нужно вот с этими двумя компонентами что-то решать. Видимо. А сейчас вместе с фан-сектором, как и хотели, поддержим нашу команду. 2-8. Подача Липман. Пока на этом финале шестисложную подачу она не подавала. А вот здесь для Казани она становится непреодолимым препятствием к своей атаке и в зону конфликта между Подкопаевой и Федоровцевой. Но Федоровцева была под правую руку, поэтому обычно в таких ситуациях правша должен этот мяч брать, а конкретно Арина. Ну, может быть, у принимающих есть какие-то свои договоренности, но так или иначе, ошибка Казани. Брисио снимается, пока единственный, кто, по-моему, в этом втором сете набирает очки у Казани. Фабрис, может быть, ее хорошая подача поможет, но есть прием. Липман не забивает спайпа, неудобная передача была. И что здесь? Не попадает Саманта. Возможно, какие-то изменения в составе мы сейчас увидим. Смотрю я на Татьяну Кадочкину. Набираем побольше воздуха в легких и на Анну Котикову, но пока ни та, ни другая не появилась. И спасают калининградки этот мяч. Но будет атака указания. Еще раз блок защиты от Калининграда сейчас нужна. И Жак спасает. Липман задней линии. Забивает. И сейчас уже Калининград ловит абсолютный какой-то кураж. 11-3. То, что мы видели в первом сете. Как будто на левой стороне площадки играть удобней. Еще и Брисио не атакует. Неудобно. Лишь скидка остается. Атакует Казань. Еще раз Королева. Вот Королева и даже здесь не забивает. Фантастическая защита от Калининграда. Брисио попадает, попадает в самый уголочек. С отклонением, с оттяжечкой. Саманта Брисио большой мастер. Но пока для Казани
далекой перспективе это очков много-то и не решает. Но вот подача Брисио, можно здесь попробовать немножко задержаться, немножко подсократить. Нужна подача Казани. И дает ее Брисио, но сейчас отыграться надо. Копаева есть. Яровцева со всей силы, по-моему, ударила, которая у нее есть. Но будет еще одна атака у Калининграда. Страхует Брисио. Еще раз Федоровцева. И забивает на этот раз. В блок попала, но от блока вал. Дважды Старцева доверила этот мяч Федоровцевой и не ошиблась. Арина второй раз сделала все как надо. Еще одну подачу бы от Брисио. Но нет, к сожалению, мяч не переваливается на ту сторону. Верхний трос сетки попадает и остается на стороне Динамо Акбарс. К сожалению, для казанских болельщиков. Пока Казань не может найти ключи к Калининграду. И ключи, что самое главное, к своей игре в первой партии. Есть хороший прием под Копаева. Снова Федоровцева. Защита есть у Калининграда. Липман. Какой же матч нас все-таки ждет сегодня. Я думаю, что это только-только начало. Саманта Фабрис. Седьмое очко набирает. Ну да, ставили здесь линию Фабрис. И как раз она по ней уверенно в свою атаку провела. Королева, может быть, ее планеры смогут немножко затерзать принимающих, но проблем пока это не доставляет. А тут Фабрис в защите, пожалуйста. И еще раз Фабрис в защите кричит от ярости. Просит своих партнеров по команде этот мяч доставить. Но, к сожалению, Королева чисто физически, наверное, до этого мяча добежать, наверное, бы не смогла. Даже если бы очень постаралась. Дейкема ошибается на подаче. Подарочек для Динамо. Но все равно минус 6, конечно, не минус 10. Такое отыграть, наверное, более реально. Тем более у Казани, наверное, через... несколько смен будет подавать Ирина Федоровцева, Арина Федоровцева и Брисио. И Фабрис. Ты можешь попробовать. Но когда так атакует Саманта Фабрис, рассчитывать на что-то очень сложно. На одиночном блоке Луиза Липман отловила. Легионера казанского клуба. Очень грамотный перенос рук. Это и стало ключом локальному успеху. Здесь еще везет Калининграду. Ирина Воронкова очередной эйс оформляет. За счет силы подачи этот мяч все-таки продавил сетку. Помню, что-то подобное было у Саманты Фабрис. Только это было в момент доигровки. Атака была со второй зоны. Примерно где-то оттуда. Ну, наверное, с первой, если правильно говорить. Здесь не забивает Федоровцева. Кем играет в защите? Ежак. И что, неужели попадает? Но Калининград настолько сильно радовался, что даже мне показалось, что касание было. Давайте посмотрим первый просмотр в сегодняшней игре. Заждались мы его. Видимо, полторы партии должно было пройти, чтобы этот момент все-таки случился. Видимо, что касательно все-таки было. Указательный палец кого-то из игроков Динамо Акбарс мяч коснулся. Это значит, что Ирина Воронкова все-таки остается в зоне подачи. Третий раз она хорошо подает. Старцева широко. Фабрис. И Анна Подкопаева использовала весь свой игрокский опыт для того, чтобы не брать этот мяч. Так очень долго на него смотрела, перемещалась вместе с ним. Но все-таки решила этот мяч не брать. Может быть, со скамейки запасных где-то был подсказ. 16-8. Ну, пожалуй, важнейший момент этого
сета. Сможет ли Арина Федоросова хорошо отподавать? Первого не очень получается, но есть доигровка у Казани. Фабрис не забивает. Еще одна атака будет. Липман на двойном блоке. По-моему, играет блестяще по рукам. 17-е очко Локомотива и снимается Федоровцева с подачи. Ну, сейчас, наверное, надежда только на Брисио. И меняет ее Ришат Елизудинов, меняет на Анну Котикову, у которой очень хороший прием. Именно с таким расчетом. Прием и чтение игры, да и опыта побольше у Анны Котиковой. Вот Таисия Коновалова. Давненько сейчас очень-очень нужна. Минус 8. Очень сложно сейчас будет. Должно что-то фантастическое произойти, но это же финал 6. Но нет, ошибается Коновалова. Минус 9. Боюсь, что второй сет для Казани потерян. Ну и браво, Калининград. Смогла команда восстановиться и выдала такой фантастический второй сет. Ошибка Липман, но стратегически ничего, в принципе, для клубов не меняется в этой партии. Подсказка от Воронкова идет сразу. 10-18. Фабрис. Вот хорошая, но и прием. Здесь блестящий от Либера. Ежак на быстром мяче. Это ее игра. Без вопросов. Между антенной и блоком Евгения Старцевой. Нашла коридор и прошла. Фабрис всем видом показывает, что было касание, но как-то не очень уверенно, так вяленько. Даже такое наречие можно, наверное, применить. И второй просмотр, и первый, по-моему, Ришата Гелизудинова в этой игре. И сразу подзывает команду к себе, дает ей ценные указания. Но, наверное, внутри себя понимает, что этот сет, скорее всего, уже не спасти. Да не скорее всего, очень сложно будет что-то там придумать. Так, касания не было. Как мы с вами, дорогие друзья, телезрители предполагали. 20-10. 10-очковый отрыв Калининградского Локомотива. Вот такой вот интересный у нас сегодня матч. Просто фантастика, на самом деле. Даже не припомню, чтобы так синхронно команды друг у друга выигрывали партии с такими отрывами. Челлендж команды «Динамо Барс». Видеопросмотр, касание мячом на блоке. А вот здесь еще один просмотр у нас будет. Ришат Гелизудинов решил не собирать, не коллекционировать, а сразу выпускать в бой. Ну, правильно. Зачем они нужны, если их не использовать? Более при таком счете, когда уже, опять-таки, повторюсь, на мой взгляд, все понятно. А вот здесь-то касание было, Ришат Гелизудинов здесь оказался абсолютно прав. 11 очко «Динамо Акбарс». Кто выходит на площадку? На площадку выходит Татьяна Карточкина и Елизавета Попова. Дает возможность основной диагональной и связующей посмотреть немножко игру со стороны. Ну и, соответственно, дать игровую практику, почувствовать этот матч Елизавете Поповой и Карточкиной, потому что мало ли что может случиться, их помощь, скорее всего, потребуется в каких-то эпизодах. Брисио. Снова Ежак отлично принимает. Воронкова. Воронкова, конечно, на таких мячах очень эффективно. Замена у нас. Вместо Валерии Зайцевой номер 7 на площадку вышла Анна Мельникова, номер 23. Анна Мельникова появляется снова на подачу. И появляется также Анастасия Стальная, диагональная вместо Лауры Тайкема для усиления блока. Тоже пытается максимальный ростер
своих игроков ввести в команду Андрей Воронков, потому что знает, что все ресурсы в этом матче будут в любом случае нужны. А у «Динамо» Акбарс появилась на площадке снова Арина Федоровцева на переднюю линию. Сразу же ей передачу адресует. И Арина сразу же показывает, что сделала. Определенные выводы. Но как бы не было уже поздно в этом сете. Возвращается Дайкема. Возвращается Зайц. Заряжай! Динамо Акбарс! 12-21. Напомню, такой счет. Королева, ее подача. Вот чехлят Воронкова. Чехлят никто иной, как Татьяна Каточкина. Уже вышло точно не просто так. И один в один практически этот блок. Коновалова не успевала, не прочитала эту передачу. И что? Тайм-аут Андрея Воронкова. Неужели решил в таком счете Андрей Воронков не рисковать? Ну что ж, давайте послушаем, какая мысль будет у Андрея Воронкова в этом тайм-ауте. Вот так вот, несмотря на счет на табло прямо сейчас, о которой говорит нам о том, что плюс 8 преимущество Калининграда, это достаточно суров Андрей Воронков со своей командой. Видимо, еще болит душа, несмотря на счет первого сета. Королева, ее подача. Уже в числе одной из лучших подающих нашего чемпионата. Галкина не совсем удобная передача, но Воронкова есть, и Королева в защите. Воронкова так напугала, мне кажется, всех и вся, что в самом-то деле. Дайкема. Сложный прием указания. Каточкина не сбивает, но сложно там было. Воронкова на двойном блоке. Сложный пожарный мяч атакует. И ведет за собой команду Ирина Воронкова в этом втором сете. Как начала с подачи, так и не останавливается Ирина. Блестящий сет проводит. И снова тайм-аут, но уже Ришата Гелизудинова. Ришат Гелизудинов, наоборот, немного спокоен. Даже достаточно странно спокоен. Но вот такой вот разный подход у тренеров к этому матчу. Все-таки повторюсь, мою там практику, очень сложно вспомнить матчи, когда соперники выигрывали друг у друга сеты друг за другом. Именно вот с таким отрывом. Забивает снова Коновалова. Липман страхует ее Каточкина. Федоровцева. Сложный снова мяч был. За головы пришлось бить. И снова Каточкина. Смотрите, что творит. Закрывает Воронкова 1-1. И таким злым гением для Воронковой становится. А Каточкина и подать-то еще может сейчас. Но если не выиграть этот сет, то нервишки немножко попортит. Динамо Акбарс Калининграду может. Не рискует. Каточкина накатиком. Евдокимова попадает прямо в Каточкину. Каточкина, руки готовы были к этому. А здесь еще и блок немножко помог казанской команде. Точнее, блок Калининграда немножко помог. А вот Андрей Воронков что-то увидел. Воронкова призналась, что не могла не поддержать этот проект, и хочет вернуться в Казань еще сильнее и быть лидером, которым, как она думает, как она тогда еще считала, в Калининграде точно им станет. Ну и по прошествию времени мы можем сказать, что точно Ирина, по-моему, не ошиблась. Да, видим, здесь заступ был от Татьяны Каточкиной.
белые кроссовки. Это, конечно же, ее. А значит, 24-14. Еще раз подача Воронковой. Сбивает Коновалова. И уже Казань заработает больше очков, чем Калининград в первой партии. Федоровцева напоследок тоже может помучить своими подачами. Но вот как в первой партии, пока у Арины не летит. И только мне стоило об этом сказать, как прилетел. Но не поздно ли опять? Но это подача, это психология. Поэтому, возможно, сейчас Арине подавать легче, чем в начале партии, когда от нее требовали результат. Тайм-аут Андрей Воронков решил судьбу не испытывать. Ну вот и завершился тайм-аут второй партии. Все еще строк Андрей Воронков, несмотря на счет на табло, продолжит подавать. Может быть, еще пару очков в свой актив занесет. Хорошая подача. Рискнула сейчас. Липман сложно будет атаковать. Должна быть доигровка казанская. Неужели спасают этот мяч калининградки? Да. И блок. Здесь перекидывать уже надо. Далеко передача на Брисио. Давненько мы ее фамилию не называли. Ежак. Сложно будет. Но Татьяна справляется. От блока отыгрывается в аут. Должна, наверное, была Казань это очко точно забирать. Оставлять Арину на подаче. Но, к сожалению, получилось так, как получилось. Для Казани 25-14, 16-25. С таким счетом команды обменялись победами в стартовых двух сетах. И скоро нас ожидает эти сет, в котором я даже не могу представить, что может произойти. Может быть, команды и до 50 очков доиграют. Вполне возможно, такое я не исключаю. Это же финал 6, это же женский волейбол. Потом проходить на новой волейбольной арене «Динамо Москва», что также находится в Москве с 5 по 10 апреля, где уже совсем скоро, мини-турнир стартует, где примут участие сильнейшие команды. Совсем недавно произошел неприятный инцидент с волейбольным клубом АСК, но я думаю, что Федерация волейбола разберется, и матч все-таки состоится, может быть, на нейтральной территории, но там, где будет удобно обеим командам. Фантастическая, конечно, ситуация, но такое бывает. Так, волейбольный клуб АСК и Факел. Им осталось разыграть последнюю путевку, это финал 6, там уже их ждут Динамо, Москва и Кузбасс. Два «Зенита» казанский и санкт-петербургский, а также новосибирский «Локомотив» Павел Константинова, который будет защищать свой титул чемпиона России. Обязательно включайте наш телеканал. Телеканал «Старт». Мы покажем этот финал 6 также в полном объеме. Не хочется отвлекаться от этой игры, но необходимо и проанонсировать завтрашние матчи, которые стартуют в 16:00 и в 19:00. Минчанка сыграет с московским «Динамо», а вот в 19:00 «Протон» сыграет с «Динамо Акбарс». Для «Локомотива» групповой этап после этого матча будет завершен. Дорогие друзья, мы любим Татарстан и любим нашу спортивную столицу, поэтому прямо сейчас заряжаем. И, наверное, вне зависимости от результата матча команда будет наблюдать за матчем Минчанки и, прошу прощения, Протона и Динамо Акбарс. Но Минчанке необходимо будет выигрывать Динамо Москва, чтобы иметь теоретические шансы выйти в полуфинал финала 6.
Ну что ж, стартует у нас сет под номером 3. Сет, в котором может произойти, как мы уже говорили, все что угодно. И начинается он с подачи Арины Федоровцевой. Пока левая сторона всегда доминировала над правой. И сразу такой вот необычный первый розыгрыш у нас. Фабрис. Фабрис пока, кстати, не очень эффективно в атаке. Липман. Как бы ни старалась Фабрис в защите, пока забить она не может. Это, кстати, большая проблема для Казани. И первое очко у нас уходит к калининградскому Локомотиву. Евдокимова. Старцева неудобную передачу отдает на Фабрис. Отдает спиной в движении. Но немножко точности Евгения не хватило. 2-0. Снова неприятно для Динамо Акбарс. Сразу начинается этот третий сет. Но вот ошибка соперницы помогла казанской команде это очко добыть. И появляется Марина Мариунич на площадке. Место Таисии Коноваловой. Недовольна, видимо, ей решат Елизудинов. И снова не забивает Фабрис. Даже по рукам не попадает. Явно что-то не так сейчас с хорватской диагональной казанского клуба. И вижу я, что Татьяна Каточкина готовится появиться на площадке. Ну, по крайней мере, подсела к тренерскому штабу. Марюхнич попадает под блок. Валерий Зайцев. Пока Валерия очень-очень неплохо смотрится на блоке. По-моему, уже раза два или три заблокировала казанских централей во время атаки. Здесь еще Федоровцева ошибается. И пока у команды Ришата Елизудинова продолжаются проблемы, которые начались в начале второго сета. И тайм-аут. Вот так вот начинается сет под номером 3. Ну вот и Ришат Гильзудинов включил свою суровость. Претензии Евгении Старцевой, я так понял, были адресованы в основном. Анна Подкобаева так обстановку во время тайм-аута разрядила. Но нужно сейчас в Казани заиграть, потому что иначе будет очень-очень сложно и проблематично. Вроде определились с расстановкой, можно стартовать. И подача Луизы Липман при счете 5-1 в пользу калининградской команды. Неудачный прием. Старт с одной рукой просто спасает этот мяч. Перекидывает она Подкопаева. Нужно в защите сейчас искать счастье, но не получается у Казани. И это Валерия Зайцева с забеганием за спину. Но совсем сейчас у Казани ничего не получается. И замена, которую мы анонсировали, вместо Фабрис появляется на площадке Каточкина. И, возможно, кто-то еще появится на площадке. И, возможно, это станет Елизавета Попова, которая во время подачи Евгения Старцева заметит. Ошибка здесь. Липман снова на подаче ошибается. Хотя один эйс у нее сегодня уже был. Каточкина, ее подачу. Можно попробовать силовую уже включить. Не было здесь заступа, но это уже не важно, потому что Каточкина ошибается. 2-7. Неприятненько пока. Но самое главное, по-моему, ни одного активного набранного очка. На Акбарс нету. Две ошибки на подаче калининградского Локомотива.
Вот уже третья. И три набранных очка. Ну, может быть, Брисио возьмет на себя бремя лидерства. И поведет команду за собой. Пока в Казани такого человека нет. Есть хорошая подача. Ну, может быть, сейчас Казань все-таки возьмет. Кадочкина под блок попадает. Под блок, причем, если не ошибаюсь, Воронковый. Алаверды возвращает. Да, конечно. Воронкова это была. И по блокам пока. Между Кадочкиной и Воронковой отставание Ирина сокращает. 2-1. Напомню, два блока во второй партии Татьяны Кадочкиной. Воронковой смотрелось очень мощно. Здесь ошибка Федоровцевой. И совсем разваливается Казань. 9-3. Замена в команде «Динамо Барсу» вместо Евгении Старцевой, номер 13 на площадку. Ни одного активного набранного очка у Казани в этой партии. Это что-то удивительное на самом деле. Три очка в активе «Динамо Барса». Все они заработанной командой на ошибках. На ошибках Локомотива на подачу. Любопытно. Здоровцева. Ну вот, наконец-таки проходит атака. 4-9. Где-то сейчас зацепиться надо. Пару брейков поискать. Хотим, хотим мы борьбу очко в очко. Было интересно. Марюхнич, по-моему, попадает. Нет. Казалось, что было там все очень близко. Может, нам режиссерская команда сможет повтор показать? Ну да ладно. Заиграли, как говорится. Попова на Королеву. Поднимают атаку первым темпом. Липман. При все есть. Здоровцева за спину. Это неудобно атаковать. Такие передачи. Если Дейкем еще пыталась там выкрутить что-то фантастическое в стиле Эрвина Нгапета. И пятое очко «Динамо Акбарс». Вот подачи Елизаветы Поповой. Тоже такое мини-секретное оружие, которое может выстрелить. Воронкова справляется. Здесь еще и забегание Евдокимбы. Под самую заднюю линию. У Казани просто пока нет вариантов решения тех задач, которые перед ними волейболистки «Локомотив» ставят. И Воронков еще выходит на подачу. Пока злым гением для Казани Воронкова со второй партии является очень очевидным. Подкопаев на этот раз справляется. Федоровцева не сбивает. Не сбивает Королева. Полное преимущество калининградского «Локомотива» во всех элементах игры выливается в 5-12. Пока и лишь, по-моему, два активно выигранных очка «Динамовками» в этой партии. Никакие ворота, конечно, не лезет. Неудобные, неудобные пока передачи от Поповой. Вот, может быть, сейчас удобно, но Галкин там сумасшествие какое-то в защите показывает. И переходящий мяч Королев все-таки для своей команды выиграл. Но почему-то очко отдают все-таки Калининграду, но недоволен решением арбитра Ишат Елизудинов. И «Динамо Акбарс» берет челлендж, соответственно. Монте-Брисио на правах звезды женского волейбола подходит к судье. И интересно, на каком языке они общаются. Это на языке волейбола. Блокировка второй передачи. Свистнули судьи, отдали мяч Калининграду. Но Ришат Елизудинов решил все-таки посмотреть какой-то эпизод, который себе приметил в течение розыгрыша. Смотрим. Касание сетки у нас здесь. Ну, по-моему, мяч уже вне игры был. Посвистим.
и растет преимущество калининградской команды. Очко. Вспомнил я матч, в котором была похожая ситуация. Давайте вспомним финальный матч Лиги чемпионов 2018 года между казанским «Зенитом» и итальянской «Чивитановой». Тогда, по-моему, 25-12 или 13. Казань взяла первый сет, потом примерно столько же во втором проиграла. Есть у нас статистика первых двух сетов, сыгранных по ее итогам. Саманта Брисио 10 очков, 8 очков Федоровцева. Ирина Воронкова набирает 9, еще 11 добавляет Луиза Липпа. 3 есть от Воронковой и 3 от Федоровцевой. Пока хуже принимал Калининград. 34% против 47% у Динамовок. А в атаке у обеих команд не самые высокие цифры. 36 и 34% соответственно. 5 блоков казанской команды против 4 у соперника. Но, наверное, эта статистика уже не актуальна, учитывая тот счет, который мы сейчас на табло видим. Федоровцева записывает на свой счет еще один эйс. Очень вовремя, кстати. Галкин с приемом не справляется, доводит прямо на антенну. Это не туда, куда необходимо доводить мяч для организации атаки своей команды. Я думаю, Алла Галкин и без меня это все прекрасно знает. Хотя есть мастера связующие, которые передачу отдают и с таких ситуаций. Еще раз Федоровцева, может быть, на серию получится наиграть в этот раз, наподавать точнее. С подблоком. По-моему, чуть ли не впервые в этой игре Луизу Липман закрывают, начиная с первой партии, помните, с первой атаки. Королева включается и, по-моему, сразу тайм-аут Андрей Воронков берет, потому что, наверное, почувствовал что-то. Снова обращает Андрей Воронков внимание именно на прием. Тайм-аут решат и Гизудинову не удалось нам все-таки посмотреть. Нагоняем, нагоняем, удачу! Ну а Динамо Акбарс, надо попробовать догнать все же соперника. Иначе с 2-1 отыгрываться будет очень-очень проблематично. Минус 5. Как все реально. Подачу попадать хорошую. Здесь Воронкова, по-моему, ошибается. И да, и, по-моему, это еще один эйс Арины Федоровцевой. Я думаю, сегодня будет такая тоже заочная дуэль. Пока, пожалуй, два главных претендента. Название лучшей подающей финала 6. Надеюсь, подобные истории также будут вручены игрокам. А здесь отличная атака Татьяны Ежа. Но потянулась Казань. Уже не так все катастрофично смотрится. 15-10. И, казалось, немножко занизил эту передачу Попова, но так быстро она полетела. Фактически параллельные сетки. И на одном блоке оставила Брисио. Брисио хватило мастерства, чтобы эту передачу реализовать, несмотря на то, что высоченная Луиза Липман там с длиннющими руками была. Но Брисио реализовала. 15-11, можно играть. Достанет ли? Но нет, наверное, очень сложно. Здесь нужно было на рекламные щиты прыгать.
не финал Олимпиады же все-таки. Подача Липман. Один эйс у нее сегодня уже был достаточно неприятный. Брисио с какой-то там трехэтажной высоты. Отличную высоту ей поймала Елизавета Попова. Смотрите, там поверх блока. Косо. Отлично исполнено. Вот Кадочка, на ее подачу сейчас Казани не хватает, так точно. Решила не рисковать. Ах, как обидно. Должна была Кадочка сейчас этот мяч, наверное, доставать. Но не повезло. Так вот сократила Казань чуть-чуть отставание. Было 8, сейчас это 4 очков. Это 5. Брисио продолжает штамповать очки, оставаясь самым надежным источником набора поинтов в третьем сете. Пока свой уровень Саманта Брисио держит. Может быть, подача сейчас поможет. 2-3 брейковых очка Казани сейчас нужны как воздух. Просто Франкова в задней линии. Очень мощно. Такое сложно поднять. Даже прекраснейший они подкопали. Замена команды «Локомотив» из Валерии Зайцевой, номер 7. Здесь еще Анна Мельникова появляется на подаче. Пока сегодня она этим элементом не феерила, но вот вчера запомнилось это точно. Несколько очень неприятных атак. Несколько неприятных подач в концовках партии совершила. Но сейчас тоже Подкопаев совсем уверенно принимает и остается лишь перекинуть этот мяч. Значит, задача выполнена. И было там касание. Да, мяч повисел. Такой верхней траектории пошел. Будет просмотр. И на просмотре, я так думаю, мы все увидим. Да. Подтвердилась эта теория. Видим здесь на челлендже касание. Касание достаточно четкое, видное. Не подлежит обсуждению, как говорится, в таких ситуациях. 19-13. Ну вот, приближаемся к калининградский «Локомотив» к отметке 20. А здесь еще Федоров свой не принимает. Пожалуй, наверное, лишая Казань шансов побороться за третий сет и повести в счете. Остались и тайм-ауты у Ришата Гелизудинова. Да, остались. И он этим правом пользуется. Давайте смотреть. Есть слабые места. Эти места надо использовать. Они пытаются такие пароли. Сейчас Казань, наверное, должна делать упор на обретение какой-то уверенности. Уже смотреть на четвертый сет и максимально находить свою игру для того, чтобы в четвертой партии включиться, потому что пока просветов нет, что с командой произошло, понять мне достаточно пока трудно. Анна Котикова Федоровцева меняет. Расстроена Арина. Пока не получается у команды Ришата Гелизудинова противостоять мощи калининградской команды. Кадочкина не забивает. Есть доигровка. Котику неудобно атаковать. Воронкова. Подкопаева. Блестящей защите. А здесь как же Анна Котикова блестящий этот мяч выигрывает. Ну, по-моему, Андрей Воронков снова что-то увидел. Снова какую-то ошибку. Это было, но нет, все хорошо. Андрей Воронков ошибся. Наверное, пока нам этот просмотр, мы его увидим. Коновалова появляется вместо Марюхнич.
появляется на... А, да, смотрели заступ. Заступа там не было, я тоже на это внимание обратил. Поэтому мне стало достаточно интересно, как же так это все произошло. 21-14 у нас сейчас счет. И на подаче Таисия Коновалова. Не будет атаки у Казани, зато, возможно, появится у Калининграда. Воронкова еще раз прихватывает ее блоком. Кто будет отдавать передачу, конечно, Попова. На Котикова. Котикова пока в атаке-то смотрится хорошо. Две попытки, два забитых мяча. И снова эти забегания за спину. От блокирующих калининградской команды не оставляет Казани пока шансов. Пока все сложно. Пока мы не видим, наверное, той борьбы, которую ожидали увидеть в этом матче. Ну вот блок. Линии Воронковой. Очень важный блок. Доводит он отставание Казани до 6. А сейчас давайте все вместе. Эйс! Вон там Евгений Старцев. Нет, Елизавета Попова это была. Если подача хорошая, не будет атаки. Можно попробовать еще по очочку забрать, как говорил Ильшат Гильзудинов. Гадочкина не получается пока у Гадочкиной. Как будто долго замахивается Татьяна. А здесь скидка Галкина блестящая. Но Воронков здесь будет пробовать выигрывать этот мяч. Не попадает. 17 очко. Пока все равно очень сложно поверить, что Казань сможет этот сет хотя бы за него побороться в реальности. Но, по крайней мере, задачу, поставленную главным тренером, команда пока старается выполнять. По очечку по два пытается отыгрывать. Снова неприятная подача. А успеет ли здесь? Ну, здесь перебрасывать надо уже. И неприятно для Калининграда. Лифман тоже попадает под блок. Немножко подзавестись, получить эмоции. Для Казани пока это все получается. Минус 4 остается. Но, наверное, не о борьбе еще в этой партии мы не говорим. Нужно для этого еще пару очков выиграть. Но то, что Казань начала включаться хотя бы на блоке и в защите, это однозначно. Ну и подача Елизаветы Поповой неприятнейшая. Ах, как же обидно в такой ситуации подать именно так. Может быть, это не стоило рисковать, а выполнить более надежную подачу. Но Воробьёва вышла, постояла, ушла обратно. А сейчас очень громко пошумим, посвистим! Воронкова. Ирина также ошибается на подаче, но когда не ошибаться точно было нельзя. Котикова. Посмотрим, что Анна сможет на подаче показать. Подача сейчас Казани нужна как воздух. Ежак справляется, ей же будет быстрая передача. И Татьяна Ежак приносит 24-е очко своей команде. Но хотя бы счет более-менее приличный пока. Ошибка. И вот таким ошиблась на подаче снова. Много ошибок на подаче, если честно. Не характерно обычно для женского волейбола. Обычно часто ошибаются на подачах мужчины. А вот здесь все пытаются друг друга
максимально усложнить. Одиночный блок прошивает Татьяна Ежак. Два заключительных очка от Татьяны Ежак в девичьей Юринской. И «Локомотив» ведет уже в этом матче 20-25 и 2-1 по сетам. Никуда не уходите, скоро мы обязательно продолжим. Нас ждет четвертая партия. Ну а прямо сейчас давайте немножко отдохнем и посмотрим на потрясающий танец от наших зажигалочек. Танцевальная группа «Динамо Акбарс». Если резюмировать итоги первой, второй и третьей партии, то достаточно странная ситуация у нас появляется. На самом деле, в первой партии «Динамо» Казань, казалось, играет абсолютно безукоризненно. Команда мощно провела стартовый отрезок этого матча. Была лучше во всех элементах игры, а на подаче и вовсе развалила весь прием соперника. Но второй сет стал абсолютным отражением первого, но уже в противоположную сторону, когда «Локомотив» подачами от Ирины Воронковой просто убил Казань в начале второй партии. И уже Казань пыталась не потерять лицо и набрала 15 очков. 16, точнее, во второй партии. 25-16. Третья партия увенчалась таким же неудачным для Казани началом. Но затем ситуация исправилась. Казань, как мне показалось, начала находить ту нить игры, которая у нее была еще в первой партии. Но потом все же времени, наверное, не хватило, да и поздно. Казань оклемалась. «Локомотив» уже было не достать. Четвертая партия сложнейшая сейчас будет. Возможно, именно сейчас скажется тот фактор, что «Локомотив» вчера играл свой матч против «Протона». Возможно, у казанских девушек сил будет больше. Возможно, игровая практика, о которой мы говорили, то, что в Казани ее в последние несколько дней не хватало. Возможно, скажется она, потому что у «Локомотива» и квалификационная серия с «Енисеем», и вчера матч с «Протоном». Да, эмоциональный фон подопечных Андрея Воронкова точно получше после последних двух сыгранных партий. Ну что ж, команды появляются на «Тарафлексе». Не вижу я никаких изменений в составе. Команды начнут в тех же составах, в которых также все основные действующие лица в игре. Подача Ирины Воронковой. Сняться бы как можно раньше с этой неприятной подачи. Федоровцев дает хороший прием, но, к сожалению, попадает сразу же под блок, что, безусловно, уверенности ей не добавляет. Но прием был достаточно неплохой. Но Евдоким очень вовремя пристроилась вторым блоком Клипман. И ходовое направление для Федоровцева прикрыло. Брисио сейчас справляется. Фабрис, скидка. Не совсем удачная, Липман готова к ней. А здесь блок уже Воронкова, Ирина Королева. Две Ирины здесь сошлись. Бывшие одноклубницы. Ну и партнеры, конечно, по сборной России. Думаю, этих двух Ирин мы точно увидим на Олимпиаде в Токио. Эта девушка с мячом, скорее всего, тоже там будет. Это Евгения Старцева. Ее подача была, но никаких затруднений Калининграду она, к сожалению, доставить не смогла своей подачи. И Калининград очередное очко забирает. Не забивает снова Федоровцева. Сложно пока Арине. По-моему, мяч попадает в площадку. Это значит, что 2-2 у нас. Ну, вот так вот разгоняется второй сет. И чуть ли не первый раз, когда
Да, действительно, первый раз в этой встрече, когда после старта какого-либо из сетов, однако, команда сразу не выигрывает по 4 очка подряд или по 3. 2-2. Наверное, такой борьбы мы ожидали. Федоровцева чуть, по-моему, выше подбросила мяч, чем обычно она это делает. Тут Липман очень далеко. С такой подачи рассчитывать на что-то серьезное было бы опрометчиво. Вот на отрезке игра разбилась. Каждый хочет удивить друг друга подачу. Очень много ошибаются на ней. Вот Федоровцева ошиблась. Сейчас Липман. Такую же передачу Дайкема выполнила спиной, снизу. Почти идеально, но блок там все-таки как Казанский отловил нападающих Локомотива. Татьяна Ежак это была. Но отметим мастерство. Везущий. Липман. Неудобно атаковать. Лишь скидка. Фабриз. Фабриз забивает. Давно мы это словосочетание не говорили. Фабриз забивает. Саманте тоже нужно почувствовать. После второго сета у Саманты Фабриз. Было 30% в атаке, что очень нехорошо, как вы понимаете. А здесь Зайцева с забеганием. Хорошая атака. 5-4 разгоняется четвертый сет. Здесь Брисио, по-моему, ошиблась. И становится счет 5-5. Давайте порассуждаем о турнирных раскладах. Если сегодня побеждает Калининградский Локомотив, то мы сразу поздравим команду Андрея Воронкова с победой в своей группе. И поздравим сразу с выходом в полуфинал. И при всех раскладах калининградская команда, скорее всего, будет играть с Уралочкой в полуфинале. А вот если сегодня выигрывает Динамо Акбарс, то победа в следующем матче против Протона дает команде Ершата Гельдезудинова возможность взять первое место. Ну, соответственно, если команда Ершата Гельдезудинова сегодня проигрывает и добивается того результата, который ей нужен в матче против Протона, то тогда, возможно, скорее всего, мы увидим полуфинал чемпионата России между казанским и московским Динамо. Вот это будет, конечно, очень и очень любопытно. С точки зрения болельщиков, конечно. Ну, а здесь сумасшедшая атака Брисио. Нельзя ее не отметить. Даже прерывая этот небольшой рассказ-рассуждение о возможных раскладах в этом финале шести. Пожалуй, Минчанка главный аутсайдер, если говорить, исходя из турнирного положения команд в регулярном сезоне. Не сбивает Воронкова. Еще раз будет Ирина атаковать. На этот раз в казанский блок пробила. 7-7 сравнивает счет. Такое ровно у нас начало. Пожалуй, каждую партию именно такой мы сегодня ждали. Но это женский волейбол. Здесь может случиться абсолютно все. Даже вот то, что мы видели в первых трех партиях. Лаура Дайкема. Ее подача очень близко. Заставляет принимать Федоровцеву, выключая ее из атаки. Фактически сама же в защите играет Дайкема. Здесь Липман куда-то очень далеко снова. Но очень сильно отправляет мяч в аут. Но в любом случае стоит дождаться результата этого матча, чтобы какие-то конспирологические теории и прогнозы выстраивать.
Но сражение первой и второй команды регулярки в полуфинале. Думаю, это будет очень интересное зрелище. Фабрис попадает под блок. Не может найти пока свою игру. Хорватская диагональная. Пока не все у Фабрис получается. Высоченный блок. Отъезжак. Еще Евдокимова подстраивалась. Очень сложно было. Еще и Воронкова подает. Приесе. Почти идеальный прием. И Королева, задевая пальцы блокирующих, свое очко тоже зарабатывает. Заслуженное. Давно тоже Ирина не забивала у нас. Ну, тоже так пока не все. Это очень уверенно выглядит. Но счет на табло 9-9. Самое главное, снялись. Пас подачи Воронкова. Это тоже важно. Тут Юринская ошибается. Воронкова решилась атаковать. Закрыли казаночек. Еще одна атака. Федоровцева. Федоровцева забивает. Тоже нужно Арине почувствовать уверенность. Сначала партия сразу под блок. Арина попала. Пока до пола очень сложно все добивается у нас. Что у одной, что у другой команды. Ну, отличные блокирующие, так скажем. Двух этих прекрасных команд. Липман. Подшивает Липман. Качели волейбольные у нас, наверное, начались. Пока каждая команда свой съем держит. Если предположить, что Москва завтра без каких-либо проблем выиграет Минчанку, то в следующий раунд пройдет Москва с первого места, Уралочка со второго. Соответственно, Минчанка будет играть за пятое место. Ну, Протон тоже не подарок, поэтому в любом случае Казани, несмотря на результат сегодняшнего матча, завтра будет очень-очень сложно против команды Юрия Маричева. Хорошая команда. Викторию Руссу, Анастасия Бавыкина, Ярослава Симоненко. Хорошие центральные. Точно заскучать Казани не дадут. А здесь эйс, кстати, у Казани пропустила снова. Выходит Локомотив вперед. И Анна Косикова появляется на площадке. Кстати, вышла Анна-то неплохо в третьей партии. Сразу несколько очков забила. И, по-моему, особо-то не ошибался в приеме. А здесь Брисю ошибается, но сигнализирует всем, что было касание. Решат Гелизудинов своей подопечной верит и берет просмотр. На касании блок во время атаки Саманты Брисю. Сегодня, так же, как и вчера, достаточно большое количество болельщиков из Калининградской области. Болельщиков, которые поддерживают волейбольный клуб «Локомотив». Сегодня на арене практически весь сектор так оккупировали. Их очень-очень слышно, свою команду они очень рьяно и неистово поддерживают. Челлендж наш затягивается, видимо, есть там на что посмотреть. Соответственно, видим, что-то, наверное, любопытное. Такое пограничное. То, что можно трактовать и так, и так. Такие вещи мы любим. Это всегда волейбол определенную пикантность, если угодно, добавляет. Но давайте посмотрим. Да, действительно, очень сомнительно. Ничего себе. Касание блока было. Его настолько уверенно Саманта Брисио увидела.
такое трудовое, цифровое, заслуженное очко Саманты Брисио. Ждем, Саманта Брисио идет с выражением лица. Ну, конечно, я же видела, так и было. Королева, ее подача. Ежак справляется, сама же будет атаковать. По-моему, по линии проходит. Получается у Татьяны таким полунакатиком. Линию оставили ей. Ну да, под заднюю. Отлично, все увидела. Вот и Казань включается. Вот и Фабрис начала свою подачу подавать. Очень нужна была на Казани. Но что же ты сделаешь, когда такая Ирина Воронкова забивает практически все, то, что ей отдают. Бороться с Ириной очень-очень сложно. Обводит она блок. Копаева, конечно, могла этот мяч поймать, но уж очень сильная была атака. Пока Ирина Воронкова, на мой взгляд, лучший игрок этого матча, несмотря ни на что, как бы он не завершился. А здесь самое главное травму, чтобы Дайкема не получила. Но, по-моему, все-таки кровь мы видим на пальце Лауры Дайкемы. Но пыталась спасти мяч. Это все-таки решающие матчи сезона. И Лаура себя не жалеет. Так же, как на майке Лауры Дайкемы. Пока все у нас идет очень и очень плотно. И очень и очень напряженно. Напряжение прям витает в центре волейбола казанском. И снова Липман, и снова Пайп, и снова попытка скинуть. Но на этот раз не получается даже сетку перебросить. Это очень сложно. Придумывает, то ли не попадает ей Лаура в темп. То ли какая-то задача от тренерского штаба во время пайпа скидывать. Но пока это явно не проходит. Брисио. Ее подача сегодня достаточно стабильна. Воронкова. Поднимает Брисио этот мяч после атаки Воронковой. А здесь Федоровцева решила не атаковать со всей силы. А, по-моему, левой рукой даже скидывала, потому что правой неудобно было атаковать. И да, и это стало полной неожиданностью для Татьяны Ежак. Очередное заработанное очко Федоровцевой. Нет, все-таки какие-то более серьезные проблемы у Дайкемы есть. Наверное, сейчас замен даже попросят. Да, и видим, что на площадке появляется Дарья Рысева под 13-м номером. В то время, пока Лаура Дайкема проводит экстренную медицинскую операцию и оказывает первую помощь. Валерия Зайцева рядом подсела, тоже смотрит. Ну, конечно, основная связующая. Рысева пониже, чем Дайкема. Наверное, ряд атак сейчас через нее пойдет. Они будут сейчас заступал Брисио. Наверное, Воронков это держит в уме в любом случае. Здоровцева как раз через Рысеву по высоте проходит. И что? И, как я понимаю, тайм-аут Андрей Воронков берет после счета 17-14. Плюс 3. Небольшой рывок казанской команды вынуждает тренерский штаб Локомотива принимать меры.
готовы команды появиться на площадке. 17-14, небольшой рывок казанской команды, и уже Казань такой скрытый фаворит этой партии. Еще плюс травму получила Лаура Дейкема, которая пока на площадке не появилась. Воронкова не забивает, Брисева в защите блестяще сыграла. Здесь Федоровцева, к сожалению, по верхнему тросу сетки попадает. Хотя Казань сейчас совсем могла все прекрасно для себя сделать. Но, к сожалению, не попадает. Просто не попадает Арина Федоровцева. Копаева. Отличный прием. Здоровцева не забивает. Воронкова будет исправлять ситуацию. Попадает по рукам. И судья так посмотрел на правую сторону, на левую. Все-таки показал касание блока. И отдал мяч Калининграду. Вот 18-14 могло быть. В итоге получается 17-16. И практически выравнивается счет. Здоровцева снова третий раз подряд не забивает. Денис Старцева все отдает ей. А Ирина Воронкова свои моменты использует. 17-17. Три очка подряд Локомотива вынуждает Ришата Гелизудинова взять ответный тайм-аут и поговорить со своей командой. Они сейчас разбежали широко. Всем работают там. Здесь. Здесь большая стоит. Центр можно в этом случае подключать. Понятно? Хорошо? Работаю. Ты тоже поняла мне, когда работаю. Давай. Поехали. Да, вот здесь мы видим, как Лаура Дейкема получает травму, пыталась достать мяч. Но аппаратура, которая отвечает за видеоповторы. Ну вот, да. Отличный кадр. Как говорится, волейбол, как он есть. Кстати, камеру бы поправили. Кстати, там. Ошибается Рысева. На руку это Казани. 18 очко. И приближаемся мы к развязке в этой четвертой партии, а может быть и в матче. В целом, Елизавета Попова меняет Евгению Старцеву на передней линии. При плюс один Елизавета Попова выходит на площадку. Это говорит о доверии Ришата Гелизудинова, это волейболист. Воронкова закрывает ее Королева. Снова две Ирины сошлись на центре сетки. На этот раз Королева вышла из этой ситуации победителем. По-моему, на площадке появляется Воробьева. В чем появляется вместо Луизы Липман, я так понимаю, на позиции диагонального игрока. И сразу же ей первая передача. И сразу первая атака и забивает Воробьева. И сразу же Воробьева уходит с площадки. Интересно. Сейчас, друзья, нужна поддержка нашей команде. Громко пошуми! Воронкова, хорошая подача, но Казань справляется с ней. И справляется со своей задачей Арины Федоровцева. 20-18, плюс 2 Казань. Нет уже... Ну, если не серьезный отрыв, то уже определенная заявочка. На четвертый сет Казани он нужен просто как воздух. Липман забивает после выхода на непродолжительного пребывания на скамейке запасных. Но, кстати, появляется на площадке еще и Евгения Старцева и Татьяна Кадочкина вместо Фабрис.
Также вместо Евдокимовой Мельникова на площадку выйдет. Вот такие тренерские игры тактические пошли. На площадку вернулась Евгения Старцева, номер 13. И Мельникова будет сейчас подавать. Вчера на своей подаче очень понравилось. Сегодня пока на полную мощь свой очень неприятный планер не включала. Ну, я думаю, если когда-то нужно, то в этом матче, то сейчас точно самое время. Копаева не доводит не прям на сетку, но есть возможность у Старцевой финтить. А здесь что? Спасает Липман. Ирина Королева как блестяще в этой ситуации разобралась. Снова плюс 2 Казань. Снова плюс 2 Казань. И Фабрис возвращается на площадку. Интересно. Карточкой на блок, видимо, выпускали. И подача Арины Федоровцевой. Может быть, сейчас что-то у нас произойдет важное. Ежак принимает. Сама же будет атаковать. Быстрый мяч, ее любимый. Но закрывают Татьяну Ежак. И, возможно, мы станем свидетелями пятого сета. Первый пятисетовый матч в этом финале 6. Ну, а пока Дайкема на площадку возвращается, чтобы избежать этого для своей команды. Напомню, вчера Локомотив играл первый матч. И с точки зрения свежести, наверное, преимущество в таком пятом сете будет у подопечных Ришата Гильзудинова. Здоровцева еще раз подает. Ежак снова справляется. Но сложный мяч атаковать будет. Лишь накат остается. Фабрис не забивает. Кема играет в защите. Липман доверяет атаковать. И Луиза Липман забивает важнейший мяч. И будет Локомотив бороться за четвертый сет и за победу в матче. Сложная атака. И подача Липман. Один эйс у нее сегодня был, но в целом-то прием она не затрудняла. А вот здесь еще и ошибается сама. Но, безусловно, такой подачи, наверное, ошибаться нельзя. Тем более в такой момент. Ежак. Неудобно. Скидывает Липман. Будет еще одна атака от Казани. Блестяще достает. Кто же там? А здесь просто не разобрались. Как же обидно. Да и Кемы и Галкины просто не разобрались, кто должен играть этот мяч. И 24 очка у Динамо Акбарс. Смотрите, как блестяще Воронкова этот мяч спасла. Вот здесь и Дайкема пошла и, по-моему, крикнула Галкина. И здесь уже ряд ошибок. Драматичный момент. А у нас тайм-аут. Ну что ж, 24-2. И в четвертом команда Ришата Гильзудинова имеет 3 сетбола, который может перевести этот матч в тайбрейк. Ирина Королева, ее подача неудобно, что там придумала Дайкема. Наверное, могла на этот мяч более уверенно играть. А сейчас Саманта Брисио переводит этот мяч матч в пятую партию. И дарит болельщикам просто фантастический триллер. И отнимает определенное количество нервных клеток. А, друзья, ну давайте поаплодируем нашей команде «Динамо Акбарс». Молодцы, девчонки! Но радоваться рано, потому что нас с вами ожидает еще пятая партия. Давайте готовиться к ней. И поэтому прямо сейчас катарский национальный танец от нашей танцевальной группы поддержки. Ну что ж, давайте резюмировать. Действительно, наблюдаем мы матч, что-то похожее на плей-офф чемпионата России, когда все зависит от одного касания, когда все зависит от одного миллиметра. Сейчас у нас проходит
Соответственно, жеребий между капитанами команд, бывшими одноклубницами Ириной Воронковой и Евгенией Старцевой. И сейчас понятно, кто будет выбирать площадку либо мяч. По-дружески, я думаю, провели этот спор. Ну, а сейчас мы наблюдаем лучший момент этого сета. Напомню, что очень равная игра была. Начнет «Динамо» Казань слева от судейского столика, а «Калининград» справа. Очень упорная была борьба в течение всего сета, но при счете 17-14. Тайм-аут сделал Андрей Воронков, немножко исправил ситуацию, но затем Казань снова ушла вперед и своего уже не отпустила. Ну и две обидные ошибки подряд от Луизы Липман на подаче и несогласованные действия Аллы Галкиной и Лауры Дейкема привели к тому, что стрит. Все наш готово для того, чтобы стартовать в решающей пятой партии в этом матче. «Динамо» Акбарс против «Локомотива», представляющий Калининградскую область. Тренерская дуэль Андрея Воронкова и Ришата Гелизудинова привела нас к тому, что после четырех первых сыгранных партий еще 2-2. Первая партия осталась за Казанью, вторая и третья за Калининградом. Вот, четвертая Казань выцарпала просто из лап «Локомотива», и все решится на тайбрейке. Череда замен, подач и ошибок привели к тому, что мы сейчас будем наблюдать пятую партию. Какой же красивый вид спорта, какой же красивый волейбол мы сегодня наблюдаем. Начинать будет «Динамо» Акбарс с подачи Арины Федоровцевой. Вспоминаем, как начался первый сет. Именно отсюда Арина Федоровцева и начала, собственно говоря, этот матч. И сделала такой задел в первой партии, который поверг в шок команду Андрея Воронкова. И сразу же есть переходящий мяч для «Динамо» Акбарс. Королева, ах, как же обидно. Или нет, или было там все-таки касание. Видимо, было, но такое незаметное, что с первого раза его сразу ты не разглядишь. Но нет, все хорошо. Арина Федоровцева. Вторая подача. Может Арина подавать сериями по 3, по 4, а то и по 5 подач. Сейчас приложилась, но верхний трос сетки немножко смягчил. Ежак. Неужели не попадает? Но берет Андрей Воронков просмотр. Первый просмотр в этой пятой партии. Каждый просмотр может быть на вес золота, поэтому терять его Калининграду точно нельзя. Наверное, в такой ситуации надеюсь, Андрею Воронкову подсказали. Там мяч точно в площадку попадал. Там кто-то из тренерского штаба. Вот давайте смотреть. Касание блока. А, касание сетки вообще смотрит. Это даже не попадание. Ну да, интересно. Видим мы здесь, что никакого касания сетки не было и в помине. А недоволен Андрей Воронков чем-то. Видимо, хотел посмотреть другой момент, но судья ему показывает, что у вас осталось лишь один возможность использовать челлендж. Липман. Скидка под Копаева уже лежа. Там спасает этот мяч. Может Фабриц попробует забить? Нет, не получается. Липман еще раз. Под Копаева уже лежа спасает этот мяч. Брисио. Какой же розыгрыш. При счете 2-0 в пятой партии. Ежак. Старцева готова к этой скидке. А Брис. И, к сожалению, не забивает Саманта Фабриц. Хотя розыгрыш был просто фантастический. И шквалом аплодисментов мог взорваться центр волейбола. Но Ришат Гелизудинов решил от своего визави не отставать. И взять еще один просмотр в этой партии. Даже не буду загадывать на что. Ришат Гелизудинов любитель. После долгих розыгрышей посмотреть какой-то один момент в начале партии.
в начале розыгрыша, точнее. Что? Ничего, не нашли криминального касания блока, видим, что здесь не было. А это значит, что счет у нас на табло остается 2-1 в пользу «Динамо», в пользу казанского «Динамо». Такимова. Копаева, идеальный прием. Можно первый темп использовать. И Валерия Зайцева против этой истории. Против атак первого темпа, который раз уже сегодня закрывает Ирина Королева. Длиннющие руки Валерии Зайцевой по седьмым номерам с калининградского «Локомотива». Не дают Казани набрать третье очко еще раз. И снова Королева не сбивает. Какой-то злой гений Валерия Зайцева для казанской команды. И вот уже несколько очков подряд «Локомотива». Я так думаю, Ришат Березинов уже задумывается о тайм-ауте. Точнее, 3 очка подряд. 2-0, я напомню, начинался именно так этот сет. Фабрис забила. Давненько мы не видели ее забитых мячей. Но вот сейчас все очень четко. Хорватка сделала. Три-три. Ежак. И что здесь происходит? Ирина Королева защитой зарабатывает мяч. Вспоминаем, конечно, много таких моментов у нас было. Но самый первый, который приходит в голову, это, конечно, Олимпиада 2012 года. Алексей Обмочаев, привет. Сейчас ему Ирина Королева передала очень мощный. И сама же Ирина отправляется подавать. Но вот здесь ошиблась. Ну, какой же красивый был момент с Ириной Королевой. Просто фантастика. Под самую заднюю линию. Но и повести, наверное, в таком матче должно немножко, чтобы победу все-таки одержать. Брисио снова очень высоко выпрыгивает, сильно бьет. Но там мало Галкина. Тоже блестящий матч сегодня проводит. Очень много сложнейших мячей достала. Так же, как и Анна Подкопаева. Вообще, либера я бы еще отметил в этом матче. Помимо Ирины Воронковой, которая, кстати, к слову, концовку четвертой партии, пока вот начало пятой, проводит не так, как середину матча. Но, может быть, включится в самый ответственный момент. Еще раз Брисио. А здесь Ежак спасает тоже сложнейший мяч. Будет ли здесь рисковать? Нет, поднимает мяч Фабрис. И снова Брисио бьет. Как же здесь надо ударить, чтобы забить-то Галкиной? Ну вот примерно вот так показывает Татьяна Ежак. Сумасшедший мяч забивает. Просто сумасшедший. Очень важен сейчас каждый голос, поэтому не волнуйся. Тайм-аут Ришата Гелизудинова при счете 6-4 в пользу калининградского «Локомотива». Давайте посмотрим на этот тайм-аут. Ну вот так, ни на секунду не отпускает нас эта пятая партия. Все очень интересно, все очень на тоненького. Ну а сейчас давайте шумовую атаку. Все очень-очень близко. 6-4 пока. И подача Луизы Лейпман. Есть хороший прием. Фабрис забивает. Ну вот, может быть, Фабрис станет тем самым фактором X для Казани, который проснется ближе к пятой партии и начнет забивать и привлекать на себя внимание блокирующих. Казани это очень-очень нужно. То Валерия Зайцева совсем прицепилась к казанским центральным и не дает им продохнуть. А здесь Ирина Воронкова ошибается. И если бы Алла Галкина еще и этот мяч поймала и вытащила, то совсем все прекрасно будет. Но отметим эйс Саманты Фабрис в нужный момент, пока Саманта включается.
Вот здесь, конечно, подача немножко не получилась у Фабрис. И 7-6. Ну. Каждый мяч на вес золота. Повезло сейчас казанским девушкам. Еще одна атака. Ежак в защите. Как же она все подчищает и снизу. Королева, по-моему, Воронкова точнее. Воронкова сигнализирует всем своим видом, что попадает она по площадке. И заставляет Андрея Воронкова, а точнее просит или умоляет всем сердцем. Взять просмотр. Андрей Воронков делает это незамедлительно. Своей подопечной верит. Но объясняет что-то очень и очень долго так и настойчиво. Видимо, недоволен игрой Андрей Воронков Ириной. Касание блока все же было. Какое-то сантиметровое. Но нет, достаточно видимое касание. Переход. У нас 8-6 впереди калининградский Локомотив. И 2 очка для тайбрейка. Это достаточно большая. Да, большое преимущество. Поменялись команды сторонами. 6-8 у нас. Подача Татьяна Ежак. Ошибка. Не вовремя, конечно, для Калининграда. Могли попробовать на кураже еще пару очков забрать и совсем эту... этот тайбрейк. А забирать себе. Но пока 8-7. И подача Брисио. Это неприятно, судя по сегодняшней игре. Но не катастрофично. Есть прием, и Воронкова будет атаковать. Да, именно ей дают передачу. Подкопаева просто блестяще в защите. Ну и сама Воронкова в защите тоже подтаскивает. Липман. Важнейший, важнейший мяч для Калининграда. Забивает от блока, отыгрывается. И мяч отправляется в аут. Хотя там тройной блок против нее построили. Но как раз в Евгению Старцеву и попадает. Этот блок 9-7. Очень важно поддержать нашу команду. Динамо Акбарс. Анна Мельникова. Снова выход на подачу. Снова попытка усилить этот элемент. Здоровцева справляется практически идеально. Сама же будет атаковать быстро и на разорванном блоке. Справляется. Арина 8 очко своей команде приносит. Какой же матч мы наблюдаем. Какой же напряженный тайбрейк. Попова вместо Старцевой. Эту замену мы уже видели в начале, а точнее в конце четвертой партии. Вот снова верит Ришат Гелизудинов, молодой связующий, и доверяет. Ирина Воронкова на правах лидера забивает 10-е очко. Я думаю, что сейчас большинство атак будет... большинство сложных мячей будет отдаваться именно Ирине. Пока Ирина на передней линии. Здоровцева. В 17 лет тащит команду в пятом матче, в пятом сете тайбрейка. А что вы делали в 17 лет, как говорится? Попова. Ее подачу сегодня затрудняли прием. Воронкова справляется, сама же будет атаковать. Да, то, что мы анонсировали, то, о чем говорили. Сейчас Воронкова будет большинство атак завершать. Но проблема в том, что она справляется подавать при минус 2. И нет ли сейчас смысла Федоровцеву на задней линии поменять на Котикову? Но Анна готова, если что, выйти. Пока подача Воронковой. Надо сниматься Казани. И сниматься срочно. Федоровцева не сбивает. Это опасно. Липман.
Зато забивает Липман. 12 очко Локомотива, минус 3. Это тайм-аут будет для Динамо Акбарс, я уверен, на очень много процентов. Плюс еще и под подающую. И да, Ришат Гелизудинов этот тайм-аут берет. Сейчас мы увидим все, что... Все самое главное, что должно быть сказано в такой момент. Завершился тайм-аут, возможно, ну, невозможно, а точно решающий момент этого матча. 12-9, подача Ирины Воронковой, сможет ли Ирина продолжить свою серию подач, или же Казань все-таки снимется и будет продолжать эту погоню. Брисио принимает, но далекий мяч, забивать сейчас надо, Воронкова в защите сама играет, но все-таки не приземляется мяч в нужную точку, пихает она партнером, извините уж за это слово, за то, что не очень активно они побежали за этим мячом. Вот смотрите, то есть, как будто Татьяна Ежак могла пробежать под сеткой. Но пока Федоровцева, может быть, Арина сможет как-то удивить. И это есть такой момент. 17 лет. Арина Федоровцева, она должна ехать на Олимпиаду абсолютно точно. С такой подачей должна ехать Арина на Олимпиаду. Пожалуйста, услышите меня. И тайм-аут сразу же Андрея Воронкова. 12-9, напомню, был счет. И 2 очка подряд казанского «Динамо» вынуждает взять тайм-аут Андрея Воронкова. Какой матч? И бессменная гимновая песня всех спортивных клубов Татарстана «Туран-Як», которая переводится с татарского как «Родной край», которая включается во все важные моменты и на матчах «Рубина», иногда на матчах «Акбарса», на матчах «Уникса», «Зенита Казани» и других казанских великих спортивных клубов, на одной ступени с которыми, безусловно, стоит и женский «Динамо Казань», который сейчас называется «Динамо Акбарс». Арина Федоровцева, 11-12. Нужна сейчас подача Казани. Как воздух. Из приема у Калининграда Липман забивает. Все-таки очень важное очко Калининграду приносит немецкая диагональная. Играет по рукам, по блоку и не успевает подстраховать, кстати, та же Федоровцева. И Зайцева появляется вместо Мельниковой. Кто у нас на подаче-то сейчас? Евдокимова, по-моему. 13-11. Фабрис не забивает. Есть возможность матчбол организовать. Но и не забивает Липман. Казанский блок работает. Липман еще раз. И везет. Везет здесь Локомотиву. Мяч падает после блока не туда, куда нужно. Для казанской команды 14-11. И сверхусилие казанской команде сейчас нужно приложить, чтобы этот матч вытащить. Просто подача. Фабрис доверяет ей последнюю атаку возможную. И Саманта забивает. 14-12. Ну, сейчас нужно что-то уже придумывать. Ирина Королева отправляется на подачу. Может она очень сильно ее усложнить. Но это, напомню, не силовая. Блок защиты сейчас должна быть. Две Саманты. И Коновалова сейчас. Липман. Есть защита от казанской команды. Саманта, горячая рука. И, по-моему, забивает. Забивает Саманта Фабрис. Лаура Дайкема пыталась этот мяч спасти, но, к сожалению, не получилось. Какой же матч мы все-таки наблюдаем, а? Ну, просто красота. Для волейбольных гурманов главное блюдо сегодня.
Еще один тайм-аут Андрей Воронков. Нужно ему успокоить своих волейболисток, а их подопечных построить грамотную атаку. Могла, наверное, Дейкема поднять руки вверх и попробовать подбить мяч над собой. Но, наверное, там с площадки, безусловно, виднее. 13-14. Матчбол на съеме Локомотива. И важнейшее очко, возможно, во всем розыгрыше в финале 6. Подача от Королевой несложная. Ежак будет бить. И что? Калининградский Локомотив. Поздравляем команду Андрея Воронкова, который в сложнейшей пятисетовой битве все-таки одерживает победу над казанским Динамо Акбарс. И выходит абсолютно точно с первого места с группы А на второе место группы Б. И будет ждать своего соперника, с которым в большой степени вероятности станет екатеринбургская «Уралочка». Ну а Казани завтра предстоит матч за второе место против Протона из Саратова, где, собственно говоря, и решится судьба этих двух клубов, а конкретно кто пройдет со второго места и выйдет, скорее всего, на московское «Динамо». Вот это будет, конечно же, битва. Анонсируем завтрашний день. 31 марта, среда, 16:00, Минчанка, «Динамо Москва». И 19:00 Протон Динамо Акбарс. Далее 1 апреля у нас выходной. А вот 2 нас ждет самый насыщенный игровой день, где сразу же уместится 3 матча, 2 полуфинала и матч за 5 место. Ну и 3 апреля матч за 3 место и финал. Поздравляем команду Андрея Воронкова, поздравляем Локомотив. Сегодня, на мой взгляд, они были сильнее, они были собраны, даже несмотря на первую партию. Но отдадим должное команде «Динамо Акбарс» после такого перерыва сыграть матч на таком высоком уровне. Это тоже достаточно сложная задача. Поэтому благодарим всех тех, кто был сегодня с нами на этой трансляции. Уверен, матч вам понравился и вы испытали весь спектр волейбольных эмоций. У микрофона был Эдуард Галямов. Любите волейбол, играйте в волейбол, и все у вас будет Z. Счастливо. Пока.